Здравствуйте. Эфир телеканала «Енисей» продолжит программа «Наша экономика». А сегодня в нашем выпуске «Фарсайт» или «Взгляд в будущее». Кому доверили спрогнозировать развитие Красноярского края на несколько лет вперед. А также новые производственные мощности нашей стройиндустрии, которые появляются без оглядки на кризисы. Начнем с блока коротких новостей. Правительство России одобрило повышение МРОТ до 7 500 рублей. Решение вступит в силу с 1 июля этого года. Таким образом, увеличение составит 20%, а новый МРОТ станет ближе к уровню прожиточного минимума, который на данный момент составляет 8192 рубля. В Красноярском крае в первом квартале текущего года было собрано 65 миллиардов рублей налогов. Половина этой суммы направлена в федеральный бюджет. 31 миллиард остался на территории края. В целом объем сборов уменьшился на 17%, в основном за счет федеральной составляющей. По оценкам Краевого агентства труда и занятости населения, нашему региону до 2022 года потребуется 65 тысяч работников для обеспечения кадровой потребности инвестиционных проектов. В реестре были учтены запросы 131 инвестпроекта, которые реализуются или заявлены на ближайшие 6 лет. При этом 8200 рабочих мест уже четко разделены по профессиям, которые будут востребованы. В Красноярске, точнее даже в Красноярском крае, прошла серия форсайт-сессий по формированию единого видения развития человеческого капитала. Звучит пока непонятно, технологии действительно новые для нас. Но, если коротко, это мозговые штурмы на тему проектирования будущего с прогнозом развития технологий, возможных рисков и в то же время перспектив. Чтобы понять в итоге, что нужно сделать, чтобы войти в это самое будущее без потерь, а лучше даже во всеоружии. Кто фантазировал на тему будущего и к чему это привело, мы расскажем подробнее. Форсайт как социальная технология был разработан в Японии еще в прошлом веке. Вольный перевод этого термина звучит как «взгляд в будущее». Благодаря форсайту японцы сейчас имеют представление о развитии своей страны вплоть до 2100 года. Не только правительство, но и каждый японец в отдельности понимает, куда движется страна и общество. У нас в России с недавнего времени стала приживаться технология Rapid Foresight, соответственно, быстрый взгляд в будущее. Суть такая. Собираются все заинтересованные лица в какой-либо области и в течение дня или двух делятся своими представлениями о будущем. Понятно, что у каждого своя картина, свои ожидания и своя стратегия, но когда это произносится всеми вслух, то и формируется общее полотно. И в этом смысле оно чем отличается от совещания или мозгового штурма? По итогам тоже получаются какие-то решения. Но эти решения, они, во-первых, подкреплены пониманием, что по-другому нельзя, ну, потому что ты уже мысленно, ты уже уничтожил себя. И после этого ты как бы возрождаешься заново, с одной стороны. А с другой стороны, важно то, что это высказывание коллективное. То есть из разных индивидуальных подходов складывается общая картина, которая, собственно, суть стратегии. Тут же выявляются и противоречия, когда один участник говорит, что будет действовать так-то, а второй с этим не согласен и высказывает свою позицию. Получается конфликт интересов, но пока только теоретический, а значит и разрешить его можно загодя, еще на стадии проектирования будущего. Интересная технология, которую при поддержке правительства Красноярского края решено было опробовать у нас. Причем по принципу предприятия город-край. Сначала свое будущее проектировали работники крупного предприятия «Спецстрой», на следующий день администрация города Железногорск и в третий день прошла форсайт-сессия краевого уровня. Строители были первыми, и с помощью форсайта они попробовали найти новые пути развития своего предприятия. Наша задача услышать наших работников и услышать в детальном плане. То есть здесь сейчас соберутся все желающие. То есть те, кто хочет сказать что-то о своей работе, как улучшить свой участок работы, как улучшить непосредственно наши цели. Может быть, мы что-то делаем не так. Да? И люди – это носители колоссальных знаний, как я уже говорил. И поэтому мы ожидаем сегодня взрыв таких эмоций, мыслей, ну и следствие этого достижений. На вопрос, а что, собственно, мешало вам услышать своих работников раньше, спецстроевцы честно признались – конфликт интересов. Ведь в обычных условиях действует стереотип «начальник-подчиненный». А на форсайт-сессии все равны. За балансом мнений следят сторонние ведущие. Высказываться можно смело, вне зависимости от статуса и прежних заслуг. А итоговая задача у всех едина – успешное развитие своего предприятия. Следом свои форсайты провели железногорцы и Красноярский край. Здесь темой стал человеческий капитал. Какое место ему отводится в будущем – и
и как использовать его максимально эффективно. Ведь край сейчас формирует свою официальную стратегию развития, в которой отдельным блоком должен быть прописан именно человеческий капитал. Соответственно, я рассматриваю Форсайт, эту технологию, как инструмент вовлечь экспертов, вовлечь как можно больше людей, которые реально работают, ну, там, кто-то в Министерстве образования работает в направлении, кто-то работает в агентстве молодежной политики, кто-то работает там через ЦМИТы, Центр молодежного национального творчества. Вот этих всех людей включить, чтобы стратегия, знаете, как это называется, была снятая с поля. То есть не придумано где-то наверху какими-то умными людьми, а теми, кто реально работает, теми, кто реально взаимодействует за дня в день, чтобы они сели, договорились, расставили приоритеты. Это еще и возможность донести до всех заинтересованных сторон краевая администрация, администрация города Красноярска, министерство ведомства, представители бизнес-сообщества. Те области, куда надо в первую очередь, в первом приоритете проводить какие-то изменения. Mm-hmm. Соответственно, для бизнесменов открываются новые ниши, для представителей соцсферы возникают понимание, какие форматы, какие способы действия необходимо внедрять. Для чиновников появляется понимание, какие их действия встретят наибольшую поддержку у местного населения. Здесь есть и доктора, там, и которые профессионально там, занимаются социологией, до представителей образовательных учреждений, учреждений молодежной политики, это, например, как я, и, например, представители завода цветных металлов, угу, которых вот эта область интересует как поставщик кадров. Да, то есть кадровый потенциал тоже они вот пытаются оценить и понять, каким образом с этим можно взаимодействовать. Сама по себе технология Rapid Foresight, то есть это быстрый взгляд в будущее, позволяет вскрыть потенциал интеллектуальный у любого человека, независимо от того, как вы говорите, высокие ли это умы или обычные люди. Более того, я считаю, что у обычных людей достаточно много интересных, здравых, существенных идей, к которым стоило бы прислушаться. И уверена, что в самое ближайшее время многие из тех идей, которые звучат здесь и будут оформлены в последующем в виде отчета, обратят на себя внимание. По итогам прошедших форсайт-сессий были сформированы отчеты со всеми прозвучавшими мнениями и предложениями. А тот самый срез ожиданий общества, бизнеса и институтов развития. На основе этих пунктов будут сформированы дорожные карты для дальнейшего внедрения. Ну и кроме того, результатами прошедшего форсайта заинтересовались и некоторые сторонние организации. Многим же интересно, какое у людей представление о будущем. И это не только отдельные бизнес-компании. Так, например, отчет будет изучаться составителями стратегии развития молодежного технологического предпринимательства, а также проектировщиками инновационного кластера в Железногорске, ну и, конечно, авторами стратегии развития всего Красноярского края. Красноярский комбинат «Волна» объявил о масштабной реконструкции и модернизации производственной линии. И этот пример в промышленности стройматериалов, как выяснилось, не единичный. Что даст запуск новой линии самому комбинату, потребителям и в целом Красноярскому краю, рассмотрим подробнее. Комбинат «Волна», если совсем упрощенно, это шиферный завод. В этом году ему, между прочим, исполняется 65 лет. Только в современных условиях он, конечно, совсем другой, разносторонний и технологичный. Хотя сама по себе технология производства не меняется. Это на 85% цемент, причем с соседнего ЖЦМ-завода, который входит в единый холдинг «Сибирский цемент», и на 15% это волокна хризотилового асбеста. Смешиваем, прессуем, выгоняем воду, если нужно, подкрашиваем и получаем популярный кровельный материал. По сути, комбинат «Волна» сохранил эту же технологию, но обновил саму линию производства. Переместил ее поближе к теплоисточникам и установил новейшее оборудование. Как результат, снижение себестоимости производства. За счет снижения внутренних издержек, за счет снижения внутренней транспортной логистики и за счет снижения потребления энергоносителей с той точки зрения, что цех находится ближе к потребителю, к источнику потребления, к источнику тепловой энергии.
При этом снижение себестоимости – не единственный достигнутый эффект. Новые рекуператоры, грейферный и мостовой краны, новая вакуумная система, обновление камеры твердения – все это отразилось и на потребительских качествах продукции. Сегодня существует мнение, что шифер – материал устаревающий, на смену ему идет металлический профлист. Но, как показывает практика, шифер все-таки понадежнее и поэкономичнее. Несколько лет назад у нас в Кемеровской области, в Междуреченске, был сильнейший шторм, ураган и град. Побило 80% кровли, но продукцию комбината «Волна» осталась целая. После этого губернатором Кемеровской области было принято решение, и комбинат «Волна» поставил продукцию полностью на ремонт всех поврежденных крови. Это первое. Второе. При монтаже нашей продукции подкладочный слой тоже более редко набивается. Это тоже экономичнее для наших потребителей, особенно для физических лиц, так называемого частного сектора. Впрочем, Красноярский комбинат выпускает не только кровлю. По этой же технологии получаются и прочные, симпатичные фасадные панели. Опять же, устойчивые к воздействию огня и практичные в использовании. В общем, для строительного рынка модернизация «Волны» – ожидаемое и позитивное событие. Недаром на презентации присутствовали и коллеги-строители, и большая делегация из Краевого министерства строительства и ЖКХ. Действительно, реконструкция, модернизация – это исключение из правил. «Волна» – это то, что сделано. У нас есть за забором цементный завод, несмотря на сложную ситуацию со снижением объемов. Они не забыли об инвестиционной своей программе. Они не забыли, что у них впереди реконструкция. И они этим занимаются. У нас есть, к сожалению, для меня меньше, но в том числе они все равно существуют. Инвестиционные хорошие проекты, связанные с модернизацией кирпичных заводов. Два новых завода в прошлом году мы получили. Есть реконструкция на железобетонных производствах. Это тоже происходит. Люди понимают, что новое требование, новое качество. Без модернизации это не добьешься. К слову, особый интерес к новому качеству продукции комбината «Волна» проявил и региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Что неудивительно, фонду предстоит отремонтировать сотни крыш в нашем регионе за собранные деньги собственников. И в этом смысле, после модернизации производства, шифер Красноярского комбината сохраняет за собой звание самого народного кровельного материала. Доступного по цене и достойного по качеству. Справедливости ради стоит отметить, что значительного удешевления конечной стоимости хризотил цементных листов, фасадной плитки и шифера ждать не стоит. Да, предприятию удалось снизить себестоимость одних факторов производства, но при этом за последний год подорожали другие. Сырье, энергия и так далее. И получилось, что одно подорожало, но другое подешевело. То есть цена продукции осталась примерно на том же уровне. Ну что, впрочем, уже само по себе хорошая новость на фоне общей инфляции. На сегодня у нас все. В следующем выпуске расскажем, как и обещали, про оформление налоговых вычетов. Какие новшества появились с этого года. Так что увидимся через неделю. До встречи.